Добрый день, дорогие друзья. Мы выдвигаемся в Корнизор, где ночью находятся участники Карабахских войн, которые начинают протест в центре Еревана. Будем сообщать вам о развитии ситуации. На данный момент ведутся переговоры с местным народным управлением. Как только появятся какие-то новости, сразу будем сообщать. Армянская полиция не пустила радикально настроенных армян к КПП «Лачин». Как передают армянские СМИ, поход, который начался в Ереване, дошел до села Корнидзор, который находится близ границы. Местные СМИ отмечают, что дальнейшее движение группы было заблокировано армянской полицией. Таким образом, получилась комичная ситуация. Освободителей Лачинской дороги необходимо освобождать самих. Отметим, что вчера эта группа людей дала Азербайджану и Пашиняну 2 часа для того, чтобы выполнить их требования. В противном случае они угрожали открыть дорогу силовыми методами. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.